Россия ответит на санкции США персональным стоп-листом граждан США, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Напомним, ранее Евросоюз и США ввели против России санкции из-за дела Алексея Навального, также по подозрениям в производстве биологического и химического оружия. Мария Захарова назвала эти меры поводом для продолжения неприкрытого вмешательства во внутренние дела России. «Призываем коллег не играть с огнем», написала Захарова в Facebook.